Классы подготовились к защите проектов по программе «Россия молодая» очень ответственно. Каждому было задано домашнее задание, и здесь ребята показали все свои таланты. Работы получились уникальными и выполнены в разных формах. Кто-то представил город в виде презентации с картинками, кто-то выделил красоту природы определенного района Смоленщины или населенного пункта. А ребята из 6 А-класса подготовили целую видеовикторину об истории нашего города и известных людях Десногорска. На мероприятие в гости к школьникам пришел и участник проекта госкорпорации «Росатом», слава созидателям, ветеран-первостроитель Александр Акимович Подолов. Он отметил всю важность и значимость детских работ и подарил ребятам на память книгу о истории создания в Десногорске Совета ветеранов Великой Отечественной войны. Книга пришлась очень кстати, так как школьники первой школы собирают коллекцию произведений от известных людей нашего города. Это возможность вновь пообщаться с нашими созидателями и напомнить о том, что первая школа начинает активно проводить акцию. Мы ждем всех участников проекта «Слава созидателей», даже не только тех, которые работали с нашей школой, а всех жителей, которые принимаем. Это книга «Передай славу созидателям». Книга от них. Все работы получили высокую оценку и в дальнейшем пригодятся ребятам в изучении родного края.